Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео немножко расскажу, конечно же, о том, что Израиль потихоньку выходит из карантина. Вы об этом уже знаете, вы об этом уже слышали, конечно же. Да, это так. Действительно, на улицах стало больше людей, больше машин. И я сегодня сейчас приехал в магазин, мне тут надо кое-какую штучку купить. Смотрите, грильчик какой хороший. градусов 250, да. Довольно неплохо, все так дистанцию держат нормально. Ребят, то, что в магазине хотел купить, здесь дорого стоит. Градусник стоит здесь 250 шекелей, но маски, в принципе, нормально. 10 штук, 15 шекелей. Нормально. Получается по 1,5 шекеля маска. Это приемлемая цена. Поэтому взял 2 пачки масок про запасик. И едем дальше. Итак, друзья, конечно, хотелось бы отметить, что действительно стали работать магазины. То есть все магазины, которые не находятся на территории больших супермаркетов. Потому что большие супермаркеты пока еще на этом этапе послабления карантинных мер еще не открыли. Также начали работать салоны красоты и парикмахерские. Чего так долго все ждали, на что так долго все надеялись. Это случилось. Но и тем не менее, парикмахерам и салонам красоты нужно будет выполнять определенные требования, которые Министерство здравоохранения предусмотрела для первой недели работы после карантина. Это нужно мерить своим клиентам при входе температуру, интересоваться их самочувствием и здоровьем, записывать их данные, номер телефона, номер туда зовута. Все это очень серьезно и все это обязательно к исполнению. Ну и другие предписания, которые они тоже прилагаются, да, ко всему вышесказанному. Но тем не менее, это уже хорошо, это уже, ну, как бы облегчает жизнь многим предпринимателям. Ну а мне остается сделать, сегодня я хочу решить вопрос со стеной. Вот оно. Нам нужно с вами решить вот этот вопрос. Вот эти дырки надо как-то позаделывать. И чем, непонятно. Ну как понятно, сейчас буду смотреть, что у меня есть. Итак, ребят, есть две новости. Первая новость хорошая, вторая плохая. Первая новость хорошая. Я нашел алебастр, и сейчас вот это вот отверстие в стене, эту дырку, да, вот маленькую, я буду замазывать алебастром. Но вначале я хочу смочить водой бетон, на который буду наносить алебастр. Для того, чтобы он, ну, повысить можно таким образом адгезию. Вот берем, вот так можно там не жалеть. Сейчас оно все, в принципе, впитается. Итак, ребят, смотрите, есть вода у нас, есть мешалка для алебастра, есть у нас шпатель, который мы сейчас будем набирать алебастр, а потом будем, соответственно, замазюкивать им отверстие. И поехали. Плюс-минус такое жиденькое у нас получилось, само по себе это тоже неплохо. Берем теперь так, подставляем, и вот так, опа, и побольше сейчас набиваем просто это отверстие, чтобы оно хорошо там распределилось. Когда начнет подхватываться, из-за того, что оно жиденькое, переживать супер не стоит. Вторая новость, ну, она более плохая. Я не нашел, у меня краска есть водоэмульсионная, но я не нашел концентрата. Это значит, что сегодня я не начну красить стену. И напишите в комментариях, как вы думаете, в какой цвет покрасить фон задний, эту стену.
Мне интересно ваше мнение. Ставьте лайки, не забывайте обязательно комментировать видео. Это очень важно не только для меня, но и для вас. Чем больше комментариев, тем следующий контент будет более качественным. Спасибо всем за внимание. До новых встреч, друзья. Пока.